Итак, шестой финальный бой. В весовой категории до 93 килограмм. Два раунда по 5 минут. Боец, рост 176 сантиметров, вес 93 килограмм, 23 года, чемпион Чеченской Республики по греко-римской борьбе, призер чемпионата Чеченской Республики по ММА, бойцовский клуб «Хамзат» Мурат Мучураев! Боец, рост 178 сантиметров, вес 93 килограмм, 21 год, чемпион Чеченской Республики по рукопашному бою, призер чемпионата Республики по боксу, бойцовский клуб «Хамзат» Али Абубакаров! Давайте на середину. Поприветствуем друг друга. Удары в затылок и в позвоночник запрещены. Удары локтями только в корпус. Удары коленями и ногами со стойки в голову. Слэм запрещен. Внимательно слушаем команды, соблюдаем правила, уважаем друг друга. По углам. В этом бою болевым приемом за 40 секунд первого раунда победил Али Абубакаров! Итак, дорогие друзья, мы прекрасно знаем, что вы бойцы ОМОНа, чеченского ОМОНа. Здесь на ринге встретились в бою финальном. Ваши ощущения? Худу ощущен тага. Поэрдерашим. Pernik. Daha lehto böyle alerdi. Sonra sonra av yok işte melo olacak. Kenti. Daha lehto böyle alerdi. Uksun sesi Pernik. Eva selam yani. Şu hal selam yani. Şu. Эти ребята покажут в деле. Чеченский ОМОН. Аплодисменты, друзья! Аплодисменты, друзья!